прошлую пятницу в отдел МВД России по Советскому району сообщили о пропаже саженцев тюльпанов из клумб на Первомайском проспекте. Кража произошла средь бела дня. В общей сложности было похищено более 2000 луковиц тюльпанов, которые ранее высаживала дирекция по благоустройству города. Сотрудникам полиции удалось найти цветочного вора. Сотрудники полиции провели мероприятие, в результате которых установили причастность к краже 67-летней жительницы города Рязани. Женщина была доставлена в органы внутренних дел для дачи объяснений. Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейские пытаются выяснить, что заставило 67-летнюю жительницу Рязани пойти на такое злодеяние.